17 лет назад к нему пришел молодой, неуклюжий парень, очень скромно сидел в углу, наверное, встреч 10. И потом этот парень проявился в самых лучших своих организаторских качествах. И вот, представляя этого человека, я хотел бы сказать, что есть еще такие люди, которые сегодня могут взять на себя все организующее начало, проведение фестивалей, встреч. И вот Андрей Перминов, о котором я сейчас говорил, перехватил у меня эту инициативу, эстафету, и мы вот впервые сейчас по Олеху номер 21 делали вместе. Он был уже президентом действующим по Олехе, а я, к сожалению, уже счастью почетным. И он выполнил с честью все возложенные на него обязанности. Казенный, как сказал. Но Андрей Перминов, любимый наш человек. Добрый вечер. Чудесно видеть полный зал. Над мирным простором, над Мариной Кольцом.
горкой, семью островами, косой лесами. И с пеной на гриве волна не ревела за нашим мотором. Над нами хрустально висела волна хакусаи. А пятнышко туши над чистым пространством поморского шелка вдали разливалась, и песня полета едва различалась. И песня, прощалась, сливаясь с разрывами наших моторов. И маленькой точкой в небе, растаяв, прощалась.